Сегодня у нас 10 июля 2019 года. Вот меня Алексей Усинов привез в Корчино встречать служебный проход. Станция Корчино. Вот на него смотрите, какая станция. Вот на этой территории. Вот какие надписи прочитать, ребята. Станция огромная, здесь составы стоят. Вон за поворотом. Мимо Потеряевки идут. Вот где тут зеленый свет, это означает в этом путь открытый. И поезд уже подходит. Вот он подходит. Вот станция Корчино. И хотелось снять, какая информация о поездах. Вот здесь сколько поездов. Я не знаю, как сделать, чтобы тумана не было. Ну, можно увеличить, посчитать тут. Конечно, берегись поезда. Вон идет. Вот он идет впереди, видать. Люди живут рядом здесь. Ну и точно так же с этой стороны. Берегите детей, не отпускайте. И вот рядом люди живут. Я точно так же 26 лет, кажется, жил рядом с железнодорожным. На, сейчас. Вот Алексей привез сюда из Потеряевки 23 километра. Ну, 22,8, 23. 22 почти. Так, держи. Он приближается. С какой стороны он подойдет, руку туда засунь. Ну, все остальное поехал. Еще раз что? До машины пойдет, когда посадим, закроем, строим, я их подорожу. Во. Вон там впереди, вон. Далеко он. Это машина, как не так, да не, я его вижу отсюда. Да. Что, телеканал РТВ? Да. Гениальные новости, гениальные новости. Подъехать сюда даже. Вот, да, дорога. Сейчас вон сумки возьмем, сами дойдем. Волоко. Гвардия какая. Это у него трое, сам четвертый. Четвертый в сумке? Нет, их трое. Трое.
О! Кого мы видим? Нет, все новые. Значит, все новенькие, да. Евгений, давайте. Женя. Евгений. Сам познакомимся поближе. Алексей, подождать это все? Не, пойдемте туда. Пойдемте. Пошли. Давай я проверю. Так, что самое тяжелое? Вот у него рюкзак. Да, да, да. Ты, вот рюкзак. Тебе не надо. Ты... Вот рюкзак у него тяжелый. Ты понесешь. О, так, туда не подходите. Поезд выйдет, это поближе. Давай. Говорили четверо. Со мной, Алеша, со мной четверо. Давайте, садитесь. Так. Вот ты, наверное, вот берешь вот этот. Вот этот возьми у меня, с меня вот этот. Я сейчас вот там сниму, что там написано. Так, станция Корчина. Видите, какие здесь большие ели, березы. Сейчас я еще улицу сниму. Вот они, наши хлопчики, пришли. Слава Богу. Вот, смотрите, здесь как станция Корчина, Алтайский край. Вот железнодорожный вокзал. Эти ели, березы. Ну, чтобы сравнить как. Ну, вот столбы стоят обыкновенные, бетонные. Железобетонные. Вон там мы шли. Поезд. Сейчас мы дорогу немножко до Корчина снимем. Поклон от моего отца Юрия. О, ну ребята, доехали вы.
Доехали. Сейчас у нас там завтрак готовят. Все. Я им уже тут инструктаж дал по поводу. Давайте сужайте, да. Ну я и думаю. Леша, с какой стороны это? С той стороны, наверное, надо зайти. Давай. Первый идти туда, в уголок. Второй этаж прыгай. Назад проходите. Двое назад. Ну, дядя Леша раскинул сиденье. Еще. Назад. Ты тоже назад, да. Это он с Новосибирска приехал, поэтому в Новосибирске еще. Все. Поезд пошел. Так, ты мне окошечко приоткрыть можешь? Дорога-то, комары не залетят, только вылетят. И будьте готовы посвятить себя этой... Закрыл я, нет? Нет, не закрыл. Еще раз. Вот так все. Все. Тогда мне это окошечко приоткроешь. Я в него буду снимать. Вон он, машина пошла. Это станция Корчина, а то село Корчина. Мы через него будем проезжать. Я дорогу покажу, где. Вот я не знал, где сворачивать. Вот он. Башня. Какие новости потеряли? Но новости каждый день. Каждый день новости. Особенно большая новость, вот приезжали на крещение. Самое дальнее. Сколько человек было? 10 взрослых и одна девочка. 11. Да. Одна самая дальняя была из Ливана. Из Ливана, да? Да. Ой. Наталья Усата из Германии. Уже дома. Уже приехали они? Уже дома. Уже из дома сообщили, но из Ливана она тут остается еще Горный Алтай до 9 августа. Понятно. Вот мы выезжаем. Видите, тут какое-то место такое. Растительность влажная такая, картошка. Растительность как на болоте. Видимо, здесь тоже что-то есть такое. Я хочу дорогу показать, где поворачивать нам. Вот. Станция прямо как большая деревня. Вот она идет напротив последние дома по правой стороне, если из Потеряевки. Вот. Элеватор мы прошли. Вот там, видать, его. А вон там элеватор будет. Дорога разбита. Приезжать, наверное, будет. Что это? А тут видно водонапорная башня. Видите, какие условия. Там далеко, видать, телевизионная вышка. Сейчас поезд пришел в 6 часов 10 минут. Идет точно по графику. Вот так, да. Еще не было. Провели, когда это в железную дорогу. Все это появилось. Сырину поднимали. Тут в совхоз Комсомольске. А это вот элеватор. Тут большой элеватор, большой. Это нефтезаправка, где они ее выставили, за пределы живой зоны, жилой. Огорожено. Я ехал туда, Потеряевку, в прошлый раз с Аленой.
как гляжу, раз спидометр, у нее 140. Как будто бы не быстро, а когда глянул по сторонам, то только мелькает все. Я забеспокоился. А это тут устроили рядом свалку. И ничего тут не сделаешь. Все валят сучки. Все разносится, как будто. Земли много, да. Грачей много здесь. Как нам бобры поживают? Вот тот и вопрос. Я тут рассказывал ребятам о бобрах, что... Машин сколько уже стоит? Утро раннее, 7:00, а пенсионеры уже сидят. Тут не рыбачки, рыбу. А вон удочку видно, да, вон. На три удочкой, удочкой, вот они, удочки у него поднятые. Вот он снимает их, сидит. Три удочки. Да. Видите, как в деревне, все рядом. Да. Конечно, дороги такие наши, российские. У Руси всегда беда была, говорит, дороги и начальство. Необходимо было из варяг ставить кого-то. Потому что правильно руководить – это великое искусство. Надо не перегнуть линию. Вот какой он большой. Перегородили, и все. Больше ничего нет. Большое озеро. Итак, выходим на тактический простор. Вот она дорога сразу разветвляется, право туда вкорчено, а влево напрямую Потеряевку. Сейчас соединится он там, где желтая дорога тоже идет вкорчено. Все. Вот наша дорога. Смотреть.